Скончался Рамиз Абуталыбов, советский и азербайджанский дипломат, общественный деятель, исследователь истории азербайджанской эмиграции. Рамиз Абуталыбоглы Абуталыбов родился в Гяндже 27 октября 1937 года. В 70-е годы работал в Министерстве иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик и был принят на работу в ЮНЕСКО, где трудился в 1972, 1979 и 1985-1993 годах. В Париже начал работу по истории азербайджанской эмиграции. В 1974 году по особому поручению Гейдара Алиева он посетил сына Алимардан Бека Топчебаши, Алекпера Топчебаши. Рамиз Абуталыбов организовал в ЮНЕСКО выставки азербайджанской культуры и литературы, а также выставку «Архитектура Азербайджана» в Лондоне и первую научную конференцию по азербайджановедению в Страсбурге. В Азербайджане Рамиз Абуталыбов занимался подготовкой к включению памятников азербайджанской культуры во Всемирный список наследия и список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Совместно с историком Георгием Мамулия Абуталыбов составил четырехтомник «Парижский архив 1919-1940 Алимардана Бека Топчебаши», выпущенный издательством «Художественная литература» при поддержке российского представительства фонда Гейдара Алиева. Являлся кавалером французского ордена Почетного легиона и обладателем российской награды «Медаль Пушкина» за заслуги в развитии культуры и искусства.